Добрый вечер, мои любимые и дорогие. Я действительно сегодня уже по известным причинам не могу присутствовать в прекрасном городе Киеве, в столице Украины. К сожалению, чисто физически я не могу этого сделать, потому что, к счастью, у меня родился сын. Я думаю, все вы сейчас меня поздравляете там в зале. Спасибо. И признаться, я вместе с женой очень долго думал, как назвать сына. Ну, мы думали, если родится девочка, во-первых, назовем ее Настя, а если родится сын, назовем его Потап. Ну, как вы уже знаете, родился сын, поэтому мы с женой продолжаем думать над именем, искать другие варианты. Но, впрочем, это прямо в эту секунду не самое главное. Музыкальный вечер продолжается в рамках блистательного проекта «Ереван-Киев-Транзит» или «Киев-Ереван-Транзит». Это не очень уже важно. Великолепная армянская песня в украинско-армянском трио с Настей Каменских и Потапом. Поехали! Раз, два, три, четыре! Стаху в лес, Галиса, Кезмот, Сирелис. Меня не раз Ергов, а Хераси Хетков, Сирелис. Херухер Витсенчу, Аса Инчу. Херухер Витсенчу, Аса Инчу. Меня не раз Ергов, а Хераси Хетков, Сирелис. Gitan sero mesin zu la lise sta con sireli Хурьес галисем кезмот сирелис сирелис херу херви херухарвис ми айнераз ерковах ераз ерхетков сирелис сирелис инчу аса инчу инчу аса инчу ише Птахою б злетіла у вісни. Любов моя, та в чужую душу стукатися мушу відчинить. З тобою поруч я зазирнути хочу в сині твої очі в глибину. Вищу лави тобі, мені.
Два слова, можно мы скажем, ребята? Знаете, я, например, вырос... спасибо большое, девочки. Настя, как тебе вообще? Ты как армянскую культуру уважаешь? Безумно любишь? Красивый язык, безумно красивый. Я вообще вырос на Русановке, и вообще у нас большая армянская диаспора, и мы учились в школе с армянами, вообще очень любим. Нам очень понравилось петь на этом языке, мы желаем вам счастья. Помните о том, что мы народы побратимы, я считаю. И надеемся, что встретимся в Ереване. Потап и Настя для вас. Больше Настя. Спасибо. И Гарик Мартиросян. Поздравляем его с сыном. Спасибо. Не называй его Потап, чувак. Потап и Настя. И Гарик Мартиросян.